Спички есть, да? А, наверное. Или еще меньше сделать? Не, пусть так будет. Пусть так будет. А, вот этим под туалетной бумагой вытирай. Ага. Вот, мальчик. Ну давай. Спасибо большое. Эдик, а ты когда эту избушку нашел? И сколько тебе лет было? Ты еще молодой был, да? Ну, я что-то или в 8-м, или в 9-м классе. Ты, значит, 88-й год где-то так примерно. Ух ты! То есть избушки где-то около 30 лет мне получилось. Нормально, отлично. 30 лет, большой срок, так-то, в принципе, да. Так, вот рыба, яблоки, хлеб открыл. Вот. Откуда капает сюда? Вода. И свежая, что ли, вода. Только накапала. С потолка. А, слушай, ты надо выбрать. Вот этот наверх, чтобы она отогревалась. Ага. Там на сетку, вот, на сетку поставь. Ага, сейчас, погоди. Сейчас, Джон. Мы ложки помыли, но мы их еще прокипятим в это. Вот чайник закипит. Ага. И мы их прокипятим. Я уже так заговорил, прокипятим. Чайник пока не кипит. Ну сейчас закипит скоро. Джон, будет отличненько. На, забирай ложку. Ага, давай. А сейчас будем забирать. А сейчас будем это. Мигус дерпыр. Сейчас мы будем это. Ножиками есть, получается. Ага. Ножиками. Колбаску, да? Как? Колбаску мы поедем, да? Ну. Спички едут. Твои, мои? Да, мои. Нет, давай, сейчас уберу. Ой. Микуси дерпыр. Ну, у меня тут нога не пролезает. Только боком сидеть. Вот это что-нибудь ватное. Там тут дырочка-то узенькая. Ой, что плохо. Так, колу еще порезать или как? Чаем-то. Вот этот замерз. Лук сам. Лук замерз. По... Ну, лед, короче. Ну, уже он, кстати, отогревается, но Понятно. О, ледяной, видишь. Давай, это покинь, вот это. Давай. Куда ты хочешь выкинуть? А можно пока на кровать, да. Давай. А потом в печку. Сюда пока. Так. Ага, спасибо, Жон. Ну, пока, я не знаю. А, кстати, он на дольке он быстрее оттает. А, ну давай, порежь. Это соль, да? Стой, подожди-ка. Соль сюда пока убрать. А там проволока, что там за проволока лежит там вот? Ну, под рукой. Сейчас. Ага. Опа. Ну, сейчас закипит, уже шумит. Нет, он только начал шуметь. Только начал? Понял. Угу. Только начал. Понял, все, извиняюсь. Больше не буду. Какая-то колбасу-то не открыл. Ай, сейчас, подожди. А, я только одну. Угу. Сейчас, подожди. Так. Да, кружку давай. Ага, ага. Так, пожалуйста. Иди, как сама колбаса-то? Телятина. Телятина. Так и называется? Да, вот, читай. Телятина. Красиво. Хорошая колбаса, наверное, вкусная. Так, я пока все положу, пока. Кулечек. Телятину с грудинкой. Да? По-деревенски. Отлично. Я не знаю. А, это опа. Надо светить вот так вот. Ну вот должно видно быть. Угу. Я вот так вот. Так вот. Ага. И напополам. Да. Сейчас попробуем, что за колбаса. Хорошо. На. Так. Ага. Всех с Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым всех. Со светлым праздником Рождества Христова. Так, ну-ка что там, посмотри, там чай не кипит. Сейчас посмотрю я. Холодно. О, уже вода шевелится. Сейчас закипит скоро. Вода уже так это. Опа. А что это уже? Лёд. Лёд, да? Холодно.
Спасибо. Ну, холодный. Закипает уже. Угу. Уже там дымок, дымок пар уже пошел. Ты смотри, чтобы стол там грязный, аккуратно. Угу. Я так аккуратненько. Пить ты. Угу. Не забавно. Давай ложку. Угу. Так. Что ты ищешь? Чем взять эту тарелочку? Угу. Хорошо так. Угу. На лицо греется, хорошо так. Тепло так. Угу. Угу. Красиво ты сделал, Джон. Это ложки, что потом мы как, ну, горячо. Горячо, да? Типа дезинфекции. А, понятно. Прокипятите. Угу. Да, избушка еще пока не нагрелась. Угу. Ну, возле печки-то тепло, конечно. Да. Сейчас чаек уже можно заварить. Давай, Джон, заваривай. Сейчас я сниму чайник. Угу. Тарелка. Угу. Ты посмотрел индийский чай, да? Угу. Индийский чай сейчас будем заваривать. Ага. Называется Садака. Мам, спасибо тебе за чай Садака. Угу. Так, идет запись. Вот чай, такой хороший чай. Мой Садака. Садака. Угу. Индийский, кстати, хорошо, такие вкусные чай. Сейчас мы проверим. Это, Эрик, а у них чай, кофе, да, в Индии есть. А еще что у них есть? Джон. Джон, у них чай, кофе есть, да, в Индии? В Индии? Ну, кофе не знаю. Да? В Бразилии кофе-то, по идее. А, в Бразилии, ну, ага. Такое вот. Угу, угу. Ну, погоди-ка. Угу, нормально. Чем пахнет? Ну, пахнет, извиняюсь, типа 36-м чаем как-то, да? Такой запах. Ну, в 36-м, кстати, опа, там тоже этот, как он называется, ну, индийский там, там смешанный индийский там. А, опа. Так. В коробочку его положу. Ага, давай, Джон. Молодец, брависсимо. Так, это убирай, да, вот это все, печка и куда? Ну, можешь там. Давай, стой, давай. Печку там, да. Все, не, пока. Стой, все, а потом. А ты полез туда сюда? А? Вот его можешь печку, можешь покидать пока. А, ну туда пойдешь. Угу. Ой, отлично, Джон. Браво. Телятина. Так, чай заваривается. Угу. Так, надо как-то освещение сделать, чтобы нас было видно, да? Угу.
Так что ли? Так. Угу. Угу. Нормально. Все пойдет? Пойдет. У меня яма там. Тут тоже. А тут, Эрик, какая рыба здесь? Джон. Селёдка, да, какая? Там написано. Угу. Все понял. Не очень плохо, в печке. Уже припекает. Дай-ка хоть стегну-ка. А то уже тут... Где там вот блок? А крючок торчит он. Я за него цепляюсь сюда, и он скрипит как-то. Капаешь это с потолка. И просто я тут все мокро уже. Ложку бери, и все, поедим. А? А ложку, ага. Селедку. Угу. Там еще где-то маслины брал я. Маслины, да? Ну, или уже завтра маслины. Ну, завтра, ладно. Угу. Угу. Как тут пополам? Вот так вот, наверное, да? Да берем по кусочку, так будем брать, и все так, по одному, по два, тогда и все так. Так вот же, вот, вот, вот смотри, вот так. Ну, давай. Угу. Примерно так, да? Да, да. Угу. Или нет? Угу. Это вот вроде бы селедка, а вот там побольше куски, это типа скумбрии, что ли. Нормально. А селедка, она посередине большая была, да, селедка была, или маленькая? Сама селедка. Не кушаете? Да, наверное, небольшая. Небольшая, да? Сейчас чаек заварится. Угу. Сейчас этот допьем. Ты уже допил, да? Нет, не пил еще. Я тоже сейчас. Ты как где на водится? В океане или в море селедка водится? Не знаешь ты? В океане, наверное, скорее всего. Да? Ну вот селедку под шубой делали, брали вот ее из таких баночек. О, холодный. Еще взял большой кусок. Значит, селедка под шубой классно получилась, да? Скажи, пожалуйста, свой пошубай. А ты не штука, я кушал. Вот это уже, видишь, это скумбрия, вон кожа, видишь, какая? А-а-а. С полосками, с такими черными. Нормально. Красиво получается. Лук, лед. Да, холодный аж он. Свечки пригодились, да? Угу. Чувствуешь, по ногам дует как все. Ага, да. Ну, разрастет это и есть немножко. Это такое большое пространство. Тоже большое.
считай, печка, если остынет, все, тут дубак сразу же будет. Угу. Да. Угу. Давай попозже сделаем, Джон. Еще напьем, дольше напьем еще, чтобы нас хватило. Чтобы подкинул и все было хорошо. Избушка просто снегом не закидана. А-а-а. Мы же ее закидывали раньше. Да, да, да. И как бы низ и снизу и поддувает. А так снегом, угу, когда закидаешь, да, уже такого сквозняков меньше получается. Колбаса, кстати, не замерзла. Угу. Что удивился, а шейка помороз, шейка. А это не замерзло. Угу. А лук замерз. Угу. А лук замерзла. Угу. Спасибо, Джон. А ты снял сколько, да? Не, я не снимал. Нет? Угу. Тебе грибас по телеку, что понравилось последнее, что ты смотрел? А вот там женщина идет, слепая. Бабкосяра старая, ну умная очень. Она каждого выводит, ну все, что правильно, короче. И последнее, знаешь, что понравилось? Там пошла девушка и сидит, короче, плачет. Она говорит, милая, я тебе это не говорю, что сделать такая, короче. Меня, говорит, парень бросил. И по такой-то причине, короче, я тебе не говорил этого. Но парень твой, короче, нехороший человек. А он, знаешь, как. Было, короче, было три жены, ну как, три девушки было у паренька. Он вот столько красивый такой, хорошенький такой, там денег, богатым денег было, все. И потом раз, она идет, он все подругой. Она, конечно, его, ты, мол, так уже поругалась им, короче. Мол, я тебя не хочу видеть, мол, так и так. Она бумка этой бабки слепой. Он еще сказала. И еще, какая-то была передача. Тоже, там, короче, это, короче, воинственные все это, воины, там рыцари, все. И там девушка полюбила там одного мужчину. А он, короче, пошел на войну, ну, и бил, а сильный был такой, бил одного, второго, третьего, здоровый был такой. И потом приходит, короче, ему как это сядь, награду, все там, типа того. И даже сидит эта женщина, короче, ему раз на шее, и они, короче, поженились, у них дети все было. И все хорошо, пацан, я все у себя смотрел по телеку, отличная штука была. Потом смотрел, Надя пойдет, смотрел, этот снимался, Максим Аверин-то, глухарь-то играет. Кстати, он, оказывается, заслуженный артист, он такие вещи клеит, я не знал, оказывается, он такие вещи, молодец он уже. И на кино он заснимал новое, там фильмы такие, там съемки такие, положи пока, сейчас, ага, сейчас съемлю. Там фильм заснимал, молодец парень. Еще знаешь, с кем он играл? Молодой парень, они в паре работали, короче. Вот, ну, как бы не мясниры, а такие, как, ну, как вольноемные, типа того. Он возьми же парень здоровенький, он там, короче, он дела вертел. Ох ты как, мама, не горю получается. Там... Вот так. Ты уже допил, да? Да, слушай, налей мне, пожалуйста. Угу. Спасибо, Джон. Ой.
Тяжелая, да? Нет. А, тяжелая, правильно. Тяжелая, браво. А Максим Евгеньевна? Ты чуть-чуть туда, я сюда халву положу. Ну, там поставлю. То, что мне нравится, Максим Евгеньевна, он всю жизнь был лысым, да, всю жизнь. Карманчик были волосы, а потом раз-раз и лысый, и всю жизнь лысый он, короче. Ну, холостой почти. О, Эдик, Эдик. Смотри. Это что там такое? Кружки хрен висят. Этот. Хала висела. Все. Ну, всю жизнь раз был лысым. И смачный лет. О, смачный лет. И холостой. Все. Нормально получается, между прочим. Здесь тоже яблочко возьму. Так. Ой, они холодненькие тоже. Мама, не горюй, получается. А этот. Че-то чем-то пить. А, хала же есть, все. Халва, печенье. Ага. Ох, Эдик. Вот печенье. Слушай, дай ему сама. Ну, тепло печку живет. Хорошо, тепло идет. Спасибо большое, Джон. Опа, сейчас сниму тоже. Так. А тоже как-то... Там вот женщина-то, что вот кино-то, это, глухарь, а там женщина, короче, тоже, она майором или подполковником там, фамилия будто, ну, у нее же сын есть. И, короче, был репортаж про Аверина. Она говорит, отличный мужчина, все за него, говорит, болеют, он отличный, молодец, все за него там, короче. С Рождеством Христовым. Ох, Эдик. Что такое? Тяжеленькая. Ага, еще пока Рождество. Ой. Что-то у меня сколько показывает? 11 вроде, без 5 11 у меня, да? Да, то же самое. Чем горяченьким, тяжеленький Эдик. С Рождеством Христовым. Гали-гали. Ой, как? Гали-гали. А как это понять? Горячие? Понял, браво. А, потом еще смотрел, короче, я фильм. Один, не фильм, потому что не знаю, что такое там кандидат-то. Ну, у себя я включил, уже шло это, короче. Вот. И там штука какая. А там еще когда была революция, еще в те времена. И там был, короче, один князь, ну, правильно, богатый был, там денег было, все так, короче, он. Вот. И поля, ну, обрабатывали поля. А там вышли, как женщины, главное. У нас такие деревья, у нас такие уже, короче. И она раз нашла это клад. Там, ну, там золото, все нашла. Ну промолчала, не сказала ничего, короче. И, короче, знаешь, что она сделала, короче? Она стоит и, короче, себя взяла, а там как-то, это так, пеленки потому называется, как называется. А он такой, ну, того ярко-ярко-красный. Она сняла и так положила, так аккуратно, шумец запомнить, короче, положила. А он увидал. А что такое? Она, да не, я просто грязь, ему так положить, короче, так, и молчит. Я пойду посмотрю. Она, да не стоит, не стоит. Душ пойдет, она уже перепугаться хотела, короче. Но не пошел. И потом взяла там на пару миллиончиков, там сумма-то была, ой, хорошая какая. Она себе забрала и стала такая, ну, дама. Вот так. Богатая, да? Ага, богатая. Из деревьев, не знаю, тут такая шишка стала. Вот как. Нормально, не пожалуй. Кстати, рыбу-то доедай. А, сейчас. Тебе колбасу надо еще, нет? Ну, есть. А я на Twitch зашел. Ну, и там этот... Такой стрим, это, ну... Просто кино смотрит он, кино смотрит, как бы, ну, в уголке стример кино смотрит, ну и сам фильм идет. Угу. Но я там не сначала смотрел фильм. Не сначала? Ага. Ну, фильм такой интересный. Да? Угу. Нормально. Там типа секта какая-то непонятная, я не сначала смотрел, не знаю. Вспомнил, кстати, ты мне на счет себя напомнил. Ты же смотрел на кино? Да подожди, да, я расскажу. Угу, давай, вот, потом я скажу. Там у них лидер, мужик там какой-то, ну такой, ну накачанный он такой.
Не знаю, лет 30 ему с чем-то, наверное. Опа. И у него там женщины, ну, типа ловелас такой там. Ну, там момент такой был, я что начал смотреть. Они там, там негритянка-певица, под священника переодетый, с тюрьмы там откинулся мужик. И парень там, и еще там девочка. Вот. И там, ну, такой момент начинается. Вот они, у них типа там такой этот, на природе они что ли где-то находятся. И он такой говорит, да, объясняет там про Бога, объясняет там, что вот Бог, Бог. И потом, ну, сошлось к тому, что мы сами все боги. Вот. А, это как бы и заключение. Он такой говорит, вот сейчас будет конкурс. Две девушки. Устроим сейчас, ну, они будут между собой драться, биться. Ну, там девушки, там, я не знаю, 18-20, ну, такие молодые где-то там. Победительница будет спать со мной, говорит. Ну, я же не говорю, он ловелас, короче. Понял. Вот. Он такой одной спрашивает, ты какой будешь, плохой или хороший? Она говорит, я буду хороший. А ты будешь плохой. Ну, и они начали драться. И вот эта девка, она вроде помоложе, то есть, она победила. Она ее же там уже начала бить, добивать. Этот уже ее разнял, чтобы она ее не убила там. Вот. Потом там, я как бы отрывками буду там рассказывать. Потом они оказались в комнате, вот где вот играют рулетка. И он стал допрашивать этого священника. Парня там допрашивать, еще там женщину, откуда деньги взялись. Там деньги была, там сумка, и он высыпал там куча долларов. Еще видеопленка была. Пленка. И вот он у них у каждого спрашивал. Ну и ну, узнал правду, откуда деньги там эти. Вот. А стример этот название, у него там спросили в чате, что за фильм. Он там что-то сказал. Да какое-то длинное название. Что-то там страшная комната, что-то, и так-то можно было вместе пересмотреть сначала этот фильм. Если кто, это, уважаемый зритель, кто понял, про какой я фильм рассказывал, напишите название, пожалуйста. А Грибас, что ты хотел рассказать? Ну что, секты. А, секты? Там тоже, короче, был один мужчина, ну он старый уже был, ему лет, наверное, было 60-70. Ну такой, а он же богатый, там деньги же, ой-ой-ой. Там же мелочка 2, 3, 4, 5, богатый такой, высокий, такой, подтянутый, стройный, все такое, симпатичный мужику, лет 60-70. Очки, ну, толстые очки линзы, короче. Он как самый главный, короче. И вот есть какая штука. Ну, стол, смотри, стол, у нас такой длинный стол. Мне такого так, 30-15 стол, короче. Я все-таки шишкари сидят такие. Заходит такая наверное, женщина какая-то. Ну такая низенькая, как крестьянка, типа того. Вот. Ну что-то спросил такое. Он говорит, милая моя, тут говорит, серый, мол, типа того. Ой, пардон.